Профсоюзная организация Тверского вагоностроительного завода отметила 105-летний юбилей. Дата более чем весомая. На торжественной церемонии, посвященной памятному событию, были сказаны слова благодарности. Вручены награды, дипломы и подарки членам профсоюза. Об этом в нашем следующем материале выпуска. Сегодня профсоюз тверских вагоностроителей – один из крупнейших не только в Тверской области. В его рядах порядка 4000 членов. Среди профсоюзных организаций работников промышленности и Федерации независимых профсоюзов России профсоюз тверских вагоностроителей занимает особое место. За годы существования было пережито немало, были трудности и невзгоды. Однако профсоюз не бездействовал. Сегодня с уверенностью можно сказать, что все старания не остались незамеченными. Мы находимся в профсоюзном комитете самой большой нашей организации. Это Российского профсоюза работников промышленности. Это профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации «Тверские вагоностроители». Основная все-таки задача, как я уже сказал, это защита прав работников. Она разбивается на несколько этапов. Это правовая защита, это непосредственно охрана труда. Человек в результате защиты профсоюзов должен получать зарплату вовремя. Она должна быть достойного уровня. Сегодня профсоюз тверских вагоностроителей уверенно смотрит в завтрашний день. Сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 105-летию нашей профсоюзной организации, где были награждены самые активные, самые позитивные наши члены профсоюза. Это наши искорки, которые горят и зажигают остальных членов профсоюза. Непросты профсоюзные будни, но задора нам не отнять. Будем дальше работать. Так нужно, чтобы рабочий класс мог процветать. Ну, немного пафосно, зато от души. На памятных стендах представлена фотовыставка, отражающая яркие моменты и события в жизни коллектива, рабочие будни и совместные праздники. Несмотря на то, что профсоюз защищает интересы работников, он еще и объединяет людей за рамками производства, организует социальные и досуговые мероприятия. Нельзя не отметить набирающую обороты традицию празднования Дня защиты детей или ставший уже традиционным молодежный слет, где в экстремальных условиях формируется командный дух, что так необходимо в наше время.